Сумма неосвоенных средств, выделенных на строительство школ в регионах, составит 3 миллиарда тенге. Об этом на заседании правительства сообщил министр образования и науки Ирлан Сагадиев. Проблемная ситуация сложилась в трех областях – Акмолинской, Мангыстауской, Южно-Казахстанской. Задержка по строительству школ в основном связана с поздним проведением тендеров, отметил глава Минобразования. До конца года из 109 запланированных учебных заведений будут сданы 76. По словам Ирлана Сагадиева, оставшиеся сдадут в следующем году. Всего на строительство и ремонт школ из нацфонда в этом году было выделено свыше 70 миллиардов тенге. На 1 сентября по отчетам Акимата в эксплуатацию сданы 52 школы, на одну школу меньше запланированного. Это 45 переходящих 16 года и 7 новых школ и 2 детских сада. По информации Акиматов, до конца года будут введены 24 школы, как и планируется. Значит, в 2018 году будут сданы оставшиеся 33 школы. Глава Кабмина Вахжан Сагентаев, в свою очередь, отметил, что проблемы со строительством школ из-за позднего проведения конкурсных процедур возникают каждый год. По словам премьер-министра, из-за этого страдают дети, даже несмотря на то, что средства по программе Нурлы-Жол выделяются вовремя. Вахжан Сагентаев поручил решить этот вопрос своим заместителям Аскару Мамину и Ирбулату Досаеву.